Приветствую вас на моем канале. Сегодня у меня необычная распаковка двух микуш от группы «Бессонные коллективки». Я хочу выразить огромную благодарность Анастасии за проделанную ей работу. Фигурки доехали до меня достаточно быстро, они были в отличном состоянии и очень качественно упакованы. Первую фигурку я решила открыть Мику Рапунцель. Это очень красивая детализированная фигурка за небольшие деньги. Она достаточно устойчиво стоит на своей подставке и очень симпатично смотрится на полочке. На самую вкусную у меня осталась Микуша «Волшебная бабочка». С распаковкой я немножко, конечно, помучилась, но оно того стоило. Достав защитный блистер, я находилась сначала в некотором шоке от ее эффектности и красоты. Эта фигурка вызвала у меня любовь с первого взгляда. Также у нее совсем неплохая цена для такой детализации и такой проработки мелких деталей. Как будто бы я в руках держала фигурку за 20 тысяч и более. Крылья у данной фигурки крепятся достаточно сложно, я смогла их прикрепить где-то только раза с десятого. Также у меня возникли проблемы с установкой фигурки на подставку, но я с этим благополучно справилась. К сожалению, есть одно но, и данная фигурка у меня не влезает с крылышками на полку, поэтому она, скорее всего, там стоять не будет, а будет стоять где-нибудь у меня на столе и радовать меня в полном своем образе.
Я с вами хочу поделиться данной группой, где я заказывала эти две фигурки, так как там очень вежливая девушка, имя я ее уже говорила, ее зовут Анастасия. Она всегда вам подскажет и поможет найти то, что порадует ваше сердечко. Поэтому я оставляю ссылочку чуть ниже в описании. Всем спасибо за просмотр, также подписывайтесь в мой телеграм-канал, ссылочка будет в описании.